Притча о реальности. Приходит к бизнесмену человек и рассказывает ему: вот я достиг уровня Бога, я пришел к тебе как Бог. Бизнесмен говорит ему: да, здравствуй, Бог, присаживайся. Он продолжает с ним разговор, рассказывает ему о качествах Бога. Говорит, что этот есть пророк, этот есть учитель. Он определяет посланцев Бога. Говорит, что он также посланец Бога и является его оружием. Бизнесмен выслушивает его спокойно. Потом, когда доходит до дела, и он говорит ему: дай мне денег, я хочу участвовать в твоем бизнесе. Он, бизнесмен, говорит ему тогда: а что я получу взамен? Он ему говорит: ну я же только что очень долго тебе рассказывал о том, что я достиг, и то, что я являюсь для тебя Богом. Бизнесмен говорит, что я прекрасно тебя слушал и принимал тебя, но для бизнеса это не годится. Поэтому для Бога также не годится все, что вы знаете, и то, что вы определяете, что есть что. Для него важны лишь ваши поступки. Это главный критерий, по которым Бог будет вас оценивать. Поступки – это реализация ваших мыслей, ваших побуждений. Поэтому это есть реальность, воплощенная в жизни. Что бы вы ни делали, осознавайте, что вы делаете для Бога. Переводя старушку, помогая бедному, уступая место, прощая оскорбляющих. Все это вы делаете как подношение Богу. Это ваши дела, это ваша реальность. Не то, что вы, сидя взаперти, говорили: Господи, Господи, а то, что вы вышли в жизнь и то, что вы совершаете, это и есть ваша реальность. И у каждого она своя. Для воина это защищать слабых, защищать справедливость. Для монаха это не противление, не нанесение вреда. Монах может погибнуть, но он никогда не сделает, не причинит вреда другому. Для него честь погибнуть, но не совершить зла. Для воина честь погибнуть за справедливость, защищая слабого. Даже если противник превосходит его, он будет защищать слабого. Он не будет думать о себе, он будет думать только о справедливости. Поэтому у каждого есть своя реальность, свой долг, и Бог будет оценивать каждому по его делам, исходя из его уровня реальности. Это есть реальность.